Гжельский государственный университет вот уже 36-й раз распахивает двери для молодых талантов. Начинался фестиваль с однодневного творческого конкурса в далеком 1975 году. За это время он вырос в масштабный международный фестиваль. Сейчас в нем принимают участие дети от 7 лет и молодые люди до 25 лет, представители образовательных учреждений, учреждений культуры и даже индивидуальные участники. Вот в этом году у нас участвуют представители 11 стран мира. И представлены 26 муниципальных образований Московской области разного уровня. Сельские, городские, поселения, районы и 126 организаций культуры и образования. Общее количество участников около 2000. Одна из номинаций фестиваля – выставка декоративно-прикладного творчества. Здесь представлены поистине уникальные работы – керамика, живопись, витражное искусство и многие другие. Также вызывают интересы другие номинации – художественное слово, вокальное творчество и литературно-исполнительское мастерство. Я эту вещь играла очень долго. Я все в гриме забывала, где находятся ноты фа и ре, и везде их искала. Тыкала пальцем на все остальные ноты. Когда я кончила играть, дядя Миша сказал: «Молодец! Просто Бетховен!» Пожалуй, самые горячие споры разгорались на выставке изобразительного искусства. Натюрморты, портреты, пейзажи в самых разнообразных техниках, от графики до акварели. Очень отрадно, что работа очень интересная, что есть продолжение традиции, что есть новые креативные подходы. И в целом выставка производит очень приятное, положительное впечатление. Этот фестиваль стал центром притяжения для молодежи. Здесь каждый может раскрыть свой талант и получить высокую оценку от профессионалов. Именно вот я как художник отмечаю мастерство, новаторство и соблюдение каких-то традиций, которые идут в керамике. Не обязательно как бы гжельские, здесь не только гжельские мастера представлены. И, конечно, смотрю на возраст участников. Очень интересно, когда молодые люди, совсем там 10-15 лет, они уже осваивают творческие профессии. И все же главной задачей фестиваля – это воспитание уважения и гордости у подростков к культурным традициям всех народов. А атмосфера дружбы и взаимопонимания давно стала визитной карточкой не только фестиваля «Синяя птица», но и всего Гжельского государственного университета. Руслан Полянин, новости из Кровект.